Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, усаживайся поудобнее. Пожалуйста, дружище, не забывай про княжеские лайки, они очень важны. Давай на каждом выпуске пельмени набирать по 1000, потому что я для вас стараюсь, я снимаю эти видео каждый день. Да, к сожалению, они выходят поздно вечером, но тем не менее, ребята, батрачу для вас как могу, потому если вы это все будете поддерживать комментариями, которые будут состоять из множества слов, если вы будете ставить княжеские лайки, а еще и подписываться, я буду реально очень вам благодарен. Вы мне поможете продвинуть данные видосы. Хотя, конечно, в теме битвы замков ты там запаришься, чтобы что-то либо продвинуть, но тем не менее. Огромное, ребята, спасибо, кто поддерживает видосы своей активностью. Прям от души. Сегодня будет интересный выпуск, но перед этим я вас предупрежу, что после данного видео выйдет еще одно видео, там оно будет уже касаться моего основного аккаунта. Не пропустите, не ложитесь спать. И в конечном итоге, после публикации всех видосов, жду вас на стриме по GTA RP. Надеюсь, там веселые компании, будем снова угорать. Мы там создали свою банду, семью и вот это вот все. Не знаю, будем чем-то заниматься, проверять работы. Вы пишите, кстати, в комментариях, чем там можно поковыряться. Ладно, в этом видосе, ребят, я вам напомню, что это аккаунт, который развивается с нуля, уже третий по счету такой аккаунт, уже третий по счету такой проект, вообще по факту четвертый. Но вот давайте проверю олдфагов канала, проверю, и напишите в комментариях, ребятушки, по поводу того, какой у меня был первый твинк, как он назывался. Вот, и вот все вот это вот. Так что давайте, кто знает, если найдутся такие люди, кто вспомнит мой первый твинк, то я запишу видео и вообще посмотрю, что на нем происходит. Это будет интересно, наверное. Ладно, ладно, друзья, без доната играем. У нас своя движуха в гильдии Дурка, то есть вы туда можете вступить, ребята. Если вы создали аккаунт не позже, чем я создал аккаунт с пельменем. Смотрите, достижения. Давай посмотрим, сколько дней моему аккаунту. Играть ежедневно в течение 30 дней. Что-то... А, вот. Получается 13 дней ему. А, значит, прапор его создал раньше. А, ну хотя он, в принципе, и о том, что эта рубрика начнется, он знал раньше всех. Вот, потому он ждал. Ну ладно, не суть. Ребята, у кого аккаунты созданы не позже 13 дней, да, вы можете вступить в гильдию. Но мы не берем всех гильдий, во-первых, вы должны играть без доната, и вы должны прокачать силу от 58 до 61 тысячи. Ну, единственное, давайте я поговорю с вице-лидерами, чтобы порог увеличили, ну, потому что мы берем по средней силе гильдии, да, то есть, ну, тут окошечко достаточно маленькое, потому, ну, чтобы было там плюс-минус 5 тысяч, там, или плюс-минус 10 тысяч, потому что, ну, как бы уже трудно так подгонять, да. Сегодня, опять же, освободим места, я исключу несколько игроков, узнаете почему, для чего и зачем. Далее, так, сегодня прокачаем еще 30 тысяч силы, и я вам покажу, как вообще прокачать там все 40, и как... важно вам как можно быстрее прокачивать 28 тысяч силы. Я вам это все объясню, тоже покажу, расскажу, хотя я об этом уже 100 раз упоминал. Откроем ништяки, вот, и копим 5000 самоцветов, чтобы сделать первый роллинг на аккаунте, чтобы прям вообще крутой был. Это же целые 5000 самоцветов. На данный момент мой аккаунт выглядит так. Основные герои у меня прокачаны 158, 159, 100, ну вот вы видите, допы 140. Далее, что хотелось бы отметить. Буквально пару слов. Я не записал видео по битве гильдии. Она неожиданно началась для нашей гильдии. Я о ней буквально случайно узнал. И напишите опять же в комментариях, стоит ли мне следующую битву гильдии записать отдельным видосом. Кто был вчера на стриме, они видели, как я мучился. Я думал, что у меня вообще пройти не получится. Неожиданно для нас началась битва гильдий. Вот, и как бы случайно это заметил, расстроился, потому что времени на прохождение битвы гильдии на двух аккаунтах у меня не было, но кое-как успел. Ну и, к сожалению, был все-таки один слив. Но, тем не менее, если учесть тот факт, что я, по сути, самый слабый в гильдии,
и у меня 27 тысяч силы, я сомневаюсь, что там кто-то сейчас есть слабее меня, но при этом я нахожусь на 52-м месте по набитым очкам. Значит, что другие ребята не дотягивают. Пока что их исключать не будем, вот. Может быть, просто кто-то не до конца там попытки прошел, может быть, там просто сливался по 5 раз. Не суть, ребята. Понимаете, выгоднее, ну хотя ладно, не буду говорить, но выгоднее как бы пройти 5 игроков, постараться не слиться, чем, не знаю, там пройти 1.5 игрока суперсильных, но слиться. Лучше 5 слабеньких пройти. А, так, далее. А, смотрите, но у нас были ребята, которые БГ не прошли. Их у нас, как вы видите, 4 штуки. Сейчас мы их возьмем и исключим. Это игрок выживающий. Игрок Бонг. Так, игрок выживающий и игрок Бонг. Окей. Игрок выживающий, игрок Бонг. Хаб гильдия. Участники управления. Сейчас попробую их найти. Выживающий. Выживающий Бонг. 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 Выживающий Бонг, выживающий Бонг. И где они вообще все? Что-то их и уже исключили или что? Но если я их сейчас не найду... А, вот, Бонг. А, до свидания. Вот. А дальше. Выживающий. Выживающий, друзья. Выживающий. А, вот! Выживающий. Что я ищу? Выгнать. До свидания. Так, дальше. У нас там еще было два игрока. Битва гильдии, войти. Рейтинг гильдии. Выживающий Бонг я исключил. Теперь у нас клоун и бульмень. Клоун и бульмень. Так, хаб гильдия. Участник. Клоун. А вот это вот клоун, да? Точно он? Событие. Да, я сейчас по беспределу пацана кикну. Да, он. Он родимый. Он, ребята, клоун, участник. Клоун. Так, управление. Клоун. Выгнать. Так, и бульмень. Бульмень, бульмень, бульмень. Бульмень, бульмень. Какие ники у вас интересные. Если бы вы еще так же битвы гильдии проходили. Бульмень. Все, до свидания. Так, ну что. Бонг, выживающий, клоун, бульмень. Ребята, ну как бы, если вы вступили в гильдию, то вы должны стараться, вы должны угорать, вы должны соревноваться с другими бездонатными ребятами и идти вперед, ни перед чем не останавливаясь и не класть болт на битву гильдий. Что касаемо остальных, давайте вот просто посмотрим, да, ребят, ради интереса. Смотри, события. Битва гильдии. Я думаю, что рано или поздно мы придем к тому, что в гильдии останется 10 человек. Я вам... Потому что как бы заряд бодрости у всех заканчивается, а игроки, желающие вступить, тоже заканчиваются. Теперь смотрите. Ну, камон, вы реально можете видеть, что я самый слабый по силе. Я самый слабый по силе, друзья. Вот, типа, вот это вот как. Я думаю, что... Следующие разы у тех людей, у которых будет набито меньше очков на битве гильдии, чем у меня, они будут исключены. Потому что я самый слабый по силе, у меня нету крутых героев. Но, камон, когда пельмень в 70 тысяч силы набивает... А хотя, знаете что? А хотя, знаете что? А я не знаю. А давайте в Телеграме... Решим исключать тех игроков. Ну, по крайней мере, я узнаю ваше мнение. А дальше я уже с вице-лидерами подумаю. Вот. Может быть, их сразу всех исключить, кто набил меньше пельменя. Ну, типа, камон, 27 тысяч силы. Да, чуваки по 60 тысяч силы набивают меньше. Это вообще как возможно? Это насколько надо быть распиздяем? Ну, типа, я не знаю. Вот честно, я не знаю. Вот пока что я просто предупреждаю, ссылочку на телеграм-канал оставлю, переходим туда, и я там ради интереса сделаю голосование, исключать ли этих игроков или нет, и вы пишите, что вы думаете в комментариях, и проголосуйте, мне просто интересно ваше мнение. Вы более злые, чем я, или нет, или все-таки
Я, наверное, слишком злой, но потому что у меня есть желание сразу исключить всех тех, кто набил меньше меня. Ну, я могу понять Омлета, ладно, у него там 40 тысяч силы, да, там 40, 43. Ну, остальные-то что? Ну, что это такое? Ну, вот 37 тысяч. Ну, как бы, я не знаю. Ладно, будем решать, но я говорю, после следующей битвы гильдии просто не ждите от меня пощады. Никакой. Вот, я говорю, останется 10 человек в гильдии. Вот, и как бы... И все. Хотя, опять же, огромнейшая очередь. Много игроков хотят вступить в гильдию. Но, опять же, они многие не понимают то, что они будут буквально через пару дней исключены за свое поведение. Или, к примеру, за то, что они там задонатили на аккаунт. Или, к примеру, за то, что они плохо битву гильдии прошли, не старались. Не знаю, ребята. Так, смотрите, вы сами видите моих героев, да, у меня тут нету каких-то донатных имп и еще что-то, да, но вот я такими героями битвы гильдии прошел, типа, пожалуйста, мне нужно мне найти в личку по поводу того, что я никого пройти не мог, там были реально игроки, у которых, ну, типа, твинки, которые стояли с голимыми героями по 60 тысяч силы, кого можно было пройти. Я понимаю, если там нам попадется в следующий раз противник, там жесткий, да, и там, самый слабый игрок будет 200 тысяч силы, тогда мы там вся гильдия, там пол гильдии не пройдет БГ. Ну, прошлая битва гильдии, ну, как бы была адекватная. Ладно, не суть. Дальше еще. Просто интересный факт, чисто вам поржать. Он заключается в том, что... Смотрите, а мы так его и не отбили. У нас появилась Нарсия. Вот, у нас появилась, ребята, Нарсия. Вот, в гильдии. Казалось бы, все круто. У нас активная гильдия. Мы можем много чего сделать, да. У нас много активных игроков, которые там хотят повоевать, хотят пободаться. Но и мы теоретически... И у нас, как бы, вы сами видите, тут слабые гильдии. Ну, такие же, как мы. Мы можем... Теоретически мы можем, знаете, взять там чуть ли не на первой строчке топа попасть. Но знаете, в чем проблема? Вот вчера на стриме, кто видел... Мы пытали... Вот смотрите, пустой поселок рядом. Вы скажете, а почему? Вы распиздяи? Нет. Мы все гильдии нападали на этот поселок. Но мы не могли пробить имперскую защиту. Но вы сами знаете, там просто тупые боты. Вот, но как бы, ребят, а у нас героев нету, чем пробивать. То есть у нас пачки слабые, не у всех там есть даже первые эволюции. И кое-как там 150 защиты забрали. То есть, ну, у нас гильдия полностью заполненная. По силе у нее все хорошо. Она уже допускается в Нарсию. Но из-за того, что у нас, грубо говоря, аккаунты без эволюции и так далее, мы не можем пробить сраную защиту в Нарсии. Вы можете этот прикол понять? То есть, это жестко. И мы вчера так обломились. Я не знаю, в следующей Нарсии, может быть, нам повезет. Может, мы успеем подкачаться. Вот, но сейчас нам конкретно не повезло. Хотя следующие Нарсии, наверное, попадутся против нас какие-нибудь топовые гильдии. Кстати, а по топу гильдия по силе... А, слушайте, мы еще как бы далековато. 1800-е место по силе, да, ребята? Идем дальше. Просто берем и не останавливаемся. Теперь уже переходим непосредственно, знаете, к чему? Непосредственно... Слушайте, а прикольно, да? Завести бездонатную гильдию в топ. Классно. Так, сундук гильдии. Так что создавайте аккаунты, качайтесь, потому что места будут освобождаться, друзья. Так, давай, что я хотел? Открываем ништяки. Что это у нас тут? Сундук гильдии. Ништяки, конечно, громко сказано, но для моего бездонатного аккаунта, пацаны, это ништяки. Тут. Окей. Я в запределье тоже хожу потихонечку, на лаву первую хожу. Сейчас 30 тысяч силы прокачаю, я там уже смогу на более крутую лаву ходить. А так, конечно, что отсюда может упасть? Вот карточка, вот упала бы карточка, но она хрен упадет. Конечно! А вот, дальше, сундук запределья, ну тут тоже такое все, говнецо. Ой, и что у нас тут? Эмблемы третьего уровня. Боже, господи, какое дерьмище. Ну, хотя, лучше, чем ничего. Ну, и отсюда нам, ну, книжечки, да, коробочки. 5 коробок. Замечательно. Скоро можем уже конкретно ролить с таланты, потому что с талантами на аккаунте тоже плохо. Но, с другой стороны, и переводить вот эти вот 8 коробок желания особо нету. Потому что, друзья...
как бы и героев нету хороших. Но с другой стороны, я что-то так думаю. Вот, здесь это вот так вот. А чё я ему не прокачал на восьмерку? Давай, ёпта, прокачаю. Вот, тут. А давайте приколимся, сюда порочный пакт поставим. Будет у меня Дед Мороз с порочным пактом. Отлетать, короче, об отражения. Пофигу, этих порочных пактов со временем потом тоже выпадает. Не знаю, не буду знать, куда девать. Так. Стой. А, вот. 28 тысяч силы надо прокачать. Мы прокачали, друзья. И сейчас посмотрите, как у нас апнется сила. Мы просто поменяли талант, и у нас прокачался. Артефакты накопили немыслимую мощь такую, что им удалось сломать магические печати изнутри. Три смотрителя теперь ворвались в царство Нарсии. Нажмите, чтобы построить смотрителя. Ну, вот сейчас возьмем, построим. Да, давай, ладно, 27 самоцветов. Бесплатно. Плюс 2000 силы просто со старта. Да, это как бы вам вопрос, если вы пропустили предыдущее видео о том, ну, как пацаны так быстро прокачались. А, у нас тут появились испытания. Да, только нам тут надавали левых героев, которых у нас нету. Окей. Теперь будем и древние испытания проходить. Поздравляем, вы прошли испытания. Смотрители признают вашу силу и позволяют вашим героям использовать их силу. Нажмите на смотрителя. Так, давай. Получить. Плюс 5000 силы. Изи. Так, окей. 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 Улучшить. А сколько? У меня миллион. Слушай, накопилось, да, орденов? Миллион. Не знаю, правда, намного ли это хватит. Ну, давай пока что до десятки прокачаем всех. Так, этот десятка. Давай. Этот у нас десятка. Этого тоже. А, ну, слушай, я думаю, что, ну, как бы хватит. Слушайте, мне сейчас и легче играть будет, да, если у меня там будут собираться смотрители. Ой, я тут, блядь, на 20 уровень прокачал. Ай, лошара. Ну ладно. Давай, я сейчас пока не смотрю на силу. Я надеюсь, что хватит. Так, 20-й. Смотри, здесь давай 20-й. А раньше мучились, орденов не хватало. А сейчас, смотрите, просто орденов... Орденов накапало. Да, подожди, этих смотрителей. Улучшить. А слушай, этих я тоже могу улучшать. Да, правда. Так, давай... Давай, ну, вроде хватает, давай до десятки. Но это чисто ради силы, да? Опа, десятка, да? Давай сюда улучшить. До десятки. Окей. Ну, слушай, вообще шикарно, улучши, давай. Так, 15, ну, давай до двадцатки получим, попробуем. Да, нам хватает, ребят. Нам хватает. Давай, улучшить. Ну, прям вообще хорошо. Прям вообще замечательно. Так. Окей, они все двадцатки. Давай сюда. Улучшить. 21-й. А, и все, дальше не могу. Ясно, там нужны камушки. Давай, улучшить. 21-й. Так, окей, улучшить. 21-й, окей, понятно. Здесь улучшить 21-й. Так, улучшить. А, и тут я могу улучшать, потому что у меня есть вот эти вот камушки. Потому мы воспользуемся этой возможностью, конечно, не сильно мы там... Ну, 26-й уровень. А, что у нас? 21-й, 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 26-й. И смотрим теперь, пацаны, на силу. Так, тут мы что-то забираем. 10 тысяч орденов, ордена, ордена, ордена. 56 тысяч силы, ребята. Ну, грубо говоря, я бы такую силу набил бы, если бы я за КГшки покупал бы ниндзиков там всяких, да, легендарных героев, их прокачивал бы, и я бы жестко бустанул силу, да. Вот. Тогда бы у меня было все хорошо. Ну, как бы вот так, вот так. 1300 самоцветов. Увеличить силу до 35 тысяч. Ёлки-палки. Давайте лепим лайки, я завтра выпускаю ролик
роллинг, ребята, на моем аккаунте 56 тысяч силы. А у нас было сколько? Еле-еле 28. Давай. 56 тысяч силы минус 28 равно 20. Слушайте, я за видео сейчас. Я за видео сейчас прокачал 28 тысяч силы, друзья. Просто за видос. И как бы вот в плане, да, буста силы. Ну, может, я лоханулся или нет, или я сильно не хотел раздувать аккаунт, да, то есть я мог просто допами добить 28 тысяч силы и себе резко силу поднять, вот. А, но смотрите, смотрите, ребзя, бац, все-таки дошел до этого момента, у меня тут вот такие вот герои, теперь 56 тысяч силы. Теперь смотрим, где я могу как бы дальше кикать игроков, смотрим, что у пацанов по силе. Почему у меня здесь отображается 27 тысяч? А, я просто не перезашел. Вот. И смотрите, тут уже сколько можно людей. Вот Хинкалия можно исключать, да, по идее. Молодую соску можно исключать. Дальше. Дальше, друзья. Вот, чувака, 37 тысяч силы можно будет исключать в следующем видео. Я уже, ну, сейчас я не буду исключать, но как бы уже можно будет начать. Отшалат, 49 тысяч силы. То есть 56, 78, 43, 46 мант. Дальше 68, 105. Так, 37 мясика. Да, пельмешк тоже как бы. А вот, вот такая вот ситуация. Ну, хотя, в принципе, у меня сейчас средняя сила. Вот. Короче, ладно. Ладно, будем думать. Вот. В следующем видео я подумаю, сколько игроков исключить из гильдии. Ну, в любом случае, больше 10 я не смогу. А вот исключения уже, наверное, начнутся завтра. Может, послезавтра. Посмотрим. Завтра, я думаю, набью себе 5000 самоцветов. Завтра первый раз паролем. Постараемся выбить какую-нибудь супер имбу на этот аккаунт, потому что, ну, пацаны, по-другому никак. Единственное, давай еще, знаете что? А, древние испытания давайте тоже завтра. На этом все, я вам пожелаю огромнейшей удачи. Я считаю, что получилось видео достаточно интересным, и что самое главное, таким, знаете, результативным. Удачи. Кто хочет вступить в дурку, да, ребята, смотрим среднюю силу. Я единственное вице-лидерам скажу, чтобы они там сделали разбег плюс-минус плюс. Ну вот, допустим, сейчас я вам посчитаю среднюю силу. У нас 4 632 тысячи силы делить на сколько у нас? 71 игрок. Средняя сила у нас 65 тысяч. Вот. Потому, в принципе, с 55 до 70, подожди, 65 тысяч, ну где-то с 60 до 70 можно вступать. Или с 58 до 72. Вот я там скажу вице-лидерам. Ну вот, ребят, все. Спасибо, кто поддержал видос. Всем пока.